Другим темам. Красный проспект в Новосибирске покраснеет в буквальном смысле слова. Сегодня на аллее главной улицы высадили рябины. 125 деревьев по количеству лет. Мегаполис. Так исторически сложилось, что на главной аллее Новосибирска преобладают березы и рябины. Они не только украшение, но и природный фильтр, который защищает легкие горожан. Однако со временем деревья высыхают и требуют обновления. В этом году завершили их поэтапную замену на Красном проспекте. Меня пригласили принять участие вот именно в этой акции, поскольку территория моего избирательного округа, то есть центральный район, Красный проспект, значит, и, ну, я думаю, что это хороший положительный пример, если все новосибирские компании, организации будут заниматься озеленением. Сотрудники сибирской генерирующей компании сегодня высаживают 125 молодых деревьев на участке от Достоевского до улицы Писарева. Энергетики на время перепрофилировались в садоводов. Готовят ямы, устанавливают саженцы, дают в волю напиться. Почему рябины? Наверное, потому что они одни из самых красивых сейчас, да, вот осень на дворе, и они, вот, смотрите, как за моей спиной, да. Надеемся, что и те, которые мы сегодня посадим, спустя тут несколько буквально лет, также очередной осенью нальются красотой. Такие акции проводят во многих российских городах, где есть филиалы компании. Думаю, всем хватит работы. Если не здесь, можно в другом месте посадить, я уверен, никто против не будет. Каждую весной и осенью Новосибирск озеленяют. Одно взрослое дерево задерживает несколько десятков килограммов пыли в год. Поэтому для такого мегаполиса, как Новосибирск, важно каждое растение. Сергей Толмачев, Наталья Кузнецова, Константин Менин. Новости ОТС.